На конкурс дети читают стихи. Читает Ярослав Михайлов, 6 лет. Детский сад номер 1 города Бокситогорска, Ленинградской области. Борис Захадер. Собачкины огорчения. Сочки над речкой построена дачка. На дачке живет небольшая собачка. Собачка довольна и лесом удачей. Но есть огорчения в жизни собачьей. Во-первых, собачку слегка раздражает, что дача высокий забор окружает. Ведь если б не этот противный забор, то с кошками был бы другой разговор. Ее огорчает, что люди забыли придумать собачкам автомобили. Собачка обиды терпеть не желает, она на машину отчаянно лает. Ей грустно глядеть на цветочные грядки, они у хозяев в таком беспорядке. Однажды собачка их славно вскопала, и ей же, представьте, за это попало. Хозяин собачку заставил.